Всем привет! Наконец-то я нашла время, чтобы хотя бы пересадить одну орхидейку. Выбрала сейчас для пересадки вот эту орхидею чудесную. Это Клеопатра. Ну, тут уже все просто. Корни уже, смотрите, она у меня стоит на полочке, и у нее уже корни вот эти, как ножки. Смотрите, видите, такой изгиб. Это она уже пытается... Вот так вот она стоит, вот так вот. И вторая тоже ножка. Уже к полочке присосаться, понимаете? Поэтому нужно срочно, срочно эти корешочки шикарные уже отправить в горшочек. Так-то я бы ее не стала пересаживать, если бы вот я не пропустила в свое время вот эти корешочки, ну, не запустила их в горшочек. В общем, проворонила его тут тоже. Ой, ну придется сейчас это делать. Уже давно хотела, все, вот, ну никак, никак. То одно, то другое, то третье. Прилипла она, прилипла. Хотя корешочки вроде влажные. Должна это... Должна вылезти сама. Ну, будешь вылезать? Не хочет. Какой же корешочек прилип-то? Вроде все влажные. Так, все, пойду намочу. Залью водой, чтобы побыстрее. Так. Все получилось. Почти. Все хорошо. Достанем. Посмотрим на эту шикарную орхидею. Все у нее великолепно. Вот тут один, может быть, корень, который в центре пересох. Так, мы его сейчас будем отрезать. А, повыше возьму, потому что там тоже перелом идет корешочка. Так, шея, конечно, ну, длинновата. И вот этот лист уже тут, видите, какой корень, мне уже будет не заправить корешок, поэтому вот этот лист мне придется, наверное, удалить. Так, что тут у нас еще? Это вот, знаете, вот эти ломаные корешочки, скорее всего, когда я заталкивала огромную корневую в горшок, вот, они были немножко надломлены. Но, кстати, не все от этого страдают, корни и засыхают, нет, бывает, что... Все складывается хорошо. Есть растущие корни. Вот видите, зеленые кончики. Так, керамзит продолжает падать. Надо его немножко поснимать. Так, хочу вот здесь отрезать. Какие-то есть тоже подсохшие, видимо, в свое время корни. Очень плохо видно, наверное. Ладно, сейчас я вам покажу получше. Вот этот мне тоже не очень нравится. Старый корень. Это видно, что он старый уже. Так. Вот этот тоже, наверное. Тоже, видите, здесь пересохшая такая. Так, да, корневая большая, она и была, наверное, большой. Поэтому надломчики. Так, значит, листик. Листик, конечно, жалко. Но он, кстати, начинает уже вот здесь вот отсыхать потихонечку. Сниму. Стараюсь аккуратно. Клеопатра, конечно, очень красивая орхидея. Одна из моих фавориток. Люблю ее очень. Так,
я, если помните, напокупала коры, ну, в основном мелкой. А что-то меня там заставляло ее покупать и хотела на лето там кого-то пересадить. Но что-то не очень мне сейчас, допустим, этого хочется. Поэтому ее я не буду сажать в кору. Так, вот здесь тоже корешочек пересохший, но у него такая тут развилочка хорошая, зелененькая. Думаю, может быть, там каким-то образом он работает, этот корень. А может быть... Ладно, подумаю, может быть, удалю его. Можно было бы, конечно, вот так вот отрезать, но тут столько корней. Так вот укоротить шею можно было бы, да, оставить. Тут, в принципе, корней достаточно. Новые вот тоже хорошие. Не знаю, что-то. Какая-то я жалостливая, что ли, стала. Раньше, блин, рубила прям с плеча, прям все подряд резала. А сейчас что-то жалко. Ну, не знаю. Сейчас я ее подушеком помою. Мне нужно хорошо намочить вот эти корни. Ну, во всяком случае, как получится. Иначе пересадка будет часовая, пока я буду все отмачивать. Вот, нужно же все-таки как-то вот побыстрее. Так, пойду ее сполосну. Так, орхидея после душа. Такая вот она красивая, с огромными корнями. Развилочку ту все-таки я отрезала. И вот у меня тут еще один корень. Тоже я его отрежу. Я подумала, что все равно он начнет портиться. Рано или поздно. Поэтому, как говорится, лучше сейчас отрезать. Так. Сейчас буду прикидывать насчет вот этих всех остальных корней. Вот этого пенечка. Сколько тут у меня останется и сколько, если я отрежу. Так, ну, вот это все, если отрезать, вот это то, что я рукой держу, вот останется, соответственно, все остальные. Такое вот, если отрезать, это будет омоложение шеи. Корни, конечно, более-менее приличные, даже хорошие. И, в принципе, остается их тоже много. И еще, конечно, как всегда, главная причина, влезет ли все это обратно в кашпо. Я так сейчас прикинула, боюсь, что нет. Ну что, замерли-то все. Режем, что ли? Режем. Опа. Вот так вот. Не так страшно оказалось-то, да? А то прям за сердце начали хвататься. Чего такие впечатлительные? Не бойтесь. Не бойтесь. Это ж корни, не зубы. Вырастут. Так. Ну что, теперь будем пытаться... По-другому это не назовешь. Запихать эту корневую шикарную. Желательно не переломав ничего. То это я люблю вот это вот делать. Так, мне, наверное, нужен какой-то помощник в виде какого-то пинцета. Или какой-нибудь палочки. Вот взяла ручечку. Мне просто надо чуть-чуть там загнуть корень. Чуть-чуть, чтобы они не упирались в горшок. Вот. Чуть-чуть поправила просто, потому что руки туда не лезут. В горшок. Хотя, может, конечно, и влезут. Не, не лезут нифига. Блин, вот это вот не отращивайте. Такие корни длинные. Если вы планируете вообще когда-нибудь ее пересаживать, свою орхидею, потому что, ну, вот это, конечно, не очень все удобно. Либо
пересадить сразу, перевалить. Я называю это даже, знаете, перевалка. Потому что, ну, из горшка в горшок быстренько пересыпать керамзит. У кого в керамзите, это недолго. Вот, а вот корни вот эти жалко, конечно. Если бы я вовремя все бы сделала, у меня бы, конечно, было бы все гораздо интереснее с корнями, с этими. И быстрее. Так, Петер. Здесь вот он не хочет гнуться. Вот боюсь, что треснет сейчас от моих усилий. Буду я, конечно, об этом сожалеть. Так. Все, вот так держу одним пальцем. Тихо. Сейчас будем засыпать ее обратно керамзитом. Ее же керамзитиком. Все сыпется, все сыпется. Так. По чуть-чуть. Не все сразу. Хочется, конечно, чтобы там керамзитик между корней попал. Ну, все у меня падает. Все падает. Так, хочу опять начать с вами разговор и агитацию насчет подписки на Дзен. Подписывайтесь, потому что все хуже и хуже работает YouTube. Все идет к тому, что скоро будет у нас только наши российские Дзен и Рутуб. Ну, еще что-нибудь, может, придумают. Вот. На самом деле Дзен очень хорошо сейчас работает. Они молодцы. Они там даже что-то придумали с оповещениями. Вот. Конечно, не всегда они приходят, но, во всяком случае, на иконке отображаются там эти точечки, появляются, что вышло новое видео. Ну, конечно, нужно все равно зайти туда и посмотреть, у кого оно вышло. Это, конечно, пока что у них в разработке, я так понимаю. Но уже легче. Насчет остального претензий нет. То есть качество прекрасное. Все там замечательно. Вот. А те, кто переживают, допустим, насчет того, что иностранные видео они не посмотрят, если не будут заходить на YouTube, потому что многие смотрят как бы иностранцев. Ну, есть много у нас, да, и подписок, и все за границей мы любим. Хочу вам сказать, что на Дзене этого тоже хватает. Так что можете даже не отчаиваться, что вы не будете их видеть. Я думаю, что вы их там тоже увидите. Так что наш народ, он все придумает, все придумает. Закачают эти все видео туда, перекачают, и все мы будем смотреть. Если даже это не прямые хозяева этих каналов. Но нам-то все равно, правда. Главное, чтобы то, что мы любили смотреть до этого, смотрели дальше. Так, утрамбовали чуть-чуть. Ну, ничего так вроде. Зато корни не болтаются. Так что я вас всех жду на Дзен. Пожалуйста, подписывайтесь. Я думаю, что это не так сложно. Вот, каждый день почти. Ну, на орхидей нам, конечно, не каждый день, потому что из-за нехватки времени, но тоже... Скоро зима, не за горами, и будем мы с вами заниматься цветочками домашними. Вот, а сейчас у нас огородные дела там, и видео на канале про дачу, ну, я так называю его, про дачу, но там не только про дачу, там мои домашние цветочки. Оно выходит почти каждый день. Сейчас каждый день, скажем так. Короткие, конечно, видео, там по 10 минут. Причина только в том, что
Мне тяжело закачивать через мобильный интернет на даче это. Куда бы я ни качала, там YouTube это или Дзен или что-то еще, ну, мобильный интернет, он и в Африке мобильный интернет, он медленнее закачивает видео на ресурсе. Поэтому в связи с этим видео просто не очень большие. Не по 30 минут, да? Ну, я и думаю, что 30 минут не всем бы даже и понравилось. Кого-то утомляют такие длинные видео. Вот, а минут там 10 вполне, по-моему, приемлемо. Так что заходите. Ссылки все находятся под видео. Под каждым видео у меня ссылки на мой Дзен, на один, на второй канал. Все есть. Есть ссылка в ВКонтакт и группа еще. Вот, пожалуйста, подписывайтесь, заходите, пишите. Welcome. Все, пересадочка закончена. Вот такая вот она у нас красивая. Все получилось. Так что я даже думаю, что она будет цвести у нас пышными цветами. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.